Very serious man on a boat. Всем привет, друзья! Сегодня мы собрались куда? На покорение новых отелей, да? Новых высот. Да. Мы едем в гостишку, которая называется SK Royal. Специально для вас забили мы еще один ролик. Ну и заодно просто сменить обстановку после тяжелой недели. Ну и заодно День России 12 завтра как раз числа, отметим. Да, будем отмечать. Так что едем. Всех с праздником. Да, с наступающим. А это не она, да? Или вот это она? Это прям рядом с торговым центром Рио. Получается. Так, 250 метров нам сюда. Здесь есть парковка. 500 рублей в сутки, да? Ребзи, ребзи, дайте нам проехать. Парковка для гостей отеля. Вот это? Вот это такая лучше. Вот небольшая импровизированная парковка для гостей отеля есть. Нужно позвонить по телефону, тогда шлагбаум откроют. Вот мы звоним. Добрый день, это SK Royal Москва. Анастасия, чем могу помочь вам? Анастасия, здрасте. А я хотел бы на парковку заехать, там мой номер у вас есть? Одну минуту, сейчас запустим вас. Спасибо. Куда вы, сюда? Съезжаем. Или куда? Ну да, в уголочек, наверное, там хорошо было. Там единственное, что дерево. Как бы... Погодка такая себе, вроде дождик обещает, но без урагана. Паркуемся. Чип уже чует, что приехал. Чип все чует. Маленькое чудо. Где Макс? Где? Вот он. Да. Забирайте свое животное. Ой, господи. Это что, животное, что ли? Это зверь? Гостиница, которую мы выбрали, называется еще раз SK Royal. Цены и сам номер покажем вам чуть-чуть попозже. Он расположен возле МКАДа. Но нам очень понравилась цена на номер. У нас будет люкс. Вот так вот выглядит. Такое современное здание прикольное. Такая башенка. Будем мы жить либо на 14-м, либо на 15-м этаже. А рядышком есть ТЦ Рио, где куча всяких магазинов, в том числе и продуктовый. Вот, так что приехали мы, Макс паркуется. Ну? Правильно. Пометил? Смотрите, он прям реально знает, куда идти. По-моему, он тут бывал. Какой-то из собачьих жизней. Да? Давай. Он не любит эти двери. Я тоже не люблю. Как будто сейчас прям под жопник дадут. О, красивенько. День заходи. Йо-йо. 15. 15th floor. Please. Ну как? Ну, так симпатичненько. Ну, да. Позырим, что там в номере. Там же типа люкс.
Типа люкс, да, сейчас посмотрим. Мы сами не знаем, очень скудные были фотографии на сайте, поэтому... Ну, Макс говорит, что он большой. 80 квадратных метров. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Чипис. Так, нас... 8. О, самый последний где-то. Интересно, куда походят окна? Панорамно. Вот. О, так быстро. Я туда шел, где-то будет там за шнурочкой. Да, вот там, где дверь открыта. На чуть и на балконе. Итак, заходим. Мама Мия. Ого. Вот это просторы. Вот в таком номере я еще не был. Огромный. Реально. Президентский люкс. Эй, Чипи, где положить твою лежанку? Слышь, выбирай место. А. Где положить твою лежанку? Где угодно. Отпусти. О, смотри, смотри, отпусти, идет, скажи, идет. Ну что ты меня, ты все на веревке держишь. Ну, Чип, изучай, изучай. Так, скажите, куда вы меня привезли, куда? Да, номер, конечно, огромный. Слушай, а тут уютно будет спать, такая огромная арка. Прикольно, там телек, здесь телек. Ну, там такой такая... беглый пока. Гостиная, да. Тут, ну, на самом деле, если бы не вот эта вот какая-то помойка под окном, вид-то красивый туда, на воду, да? Ну да. Есть такое. Здесь бизнес-центр, правда, сразу. Да. Тоже так не очень. Ну, здесь, короче, вид на МКАД и на ТЦ Рио, и вот на какую-то зону промышленную. Какой-то, да, удаление. Короче, полный обзор дальше. Иди ко мне на ручки. Иди на ручки, иди скорее. Вот так, мальчик, молодец. Ну что, куда мы приехали, друзья? Да, мы приехали в гостиницу Искар Ойл. В королевский номер, как видите, огромный, на 15 этаже, этот номер люкс, это самая лучшая категория в данном отеле, есть еще один, какой-то там президентский люкс, но он очень специфичный, вот, Чипик не любит, когда его снимают, такая вот небольшая камера здесь присутствует, немножко не хватает вот освещения, на мой взгляд, вот большая такая комната. Такая как гостиная зона. Гостиная, да, со своим телевизором, диванчиком. Диван даже не знаю, там раскладывается или нет. Да, раскладывается евро, это, раскладушка. Угу. Вот. Водичка, тут тумбочки. Такой небольшой рум-тур. Ну, он, конечно, просторный. Но как будто что-то не хватает. Вот здесь шкаф какой-то, да? Ну, наверное, да, шкаф. Его туда унесли, сейчас мы покажем. Здесь вот прихожая такая, тапочки, там ложка для обуви. Ну так в принципе все очень аккуратненько, чистый, чистая ковровая покрытие. Да, главное чисто. Да. Большая площадь и главное чисто. Небольшая. Единственное, что при таком большом номере очень небольшая ванная. Да? Ну, даже хотелось бы, чтобы была именно ванна, да, тут да. Душевая. Душевая кабина, куда она открывается, видимо, ее давно не открывали. Ну, все очень тут чистое. Набор полотенец для ног, здесь тоже полотенце для всех. Привет! Зубной набор, шапка для душа, косметический набор. Шампуни. Ну, все стандартно. Да, но тут вот есть даже этот тоже. Зеркало такое. Увеличительное, типа, ага. Да? Для женщин. Для женщин, для мужчин, чтобы бриться. Можно было. Фен. Валера, кстати, вообще-то. Работает. Валера что-то не Валерий. А, не валерит. Работает. Завалерит. Работает. Вот такая ванна. Так аккуратненько. Чипи.
Вот. Это самое светлое место во всем этом номере, на самом деле. Здесь так темновато. Ну, очень зато прикольно. Здесь можно посидеть, там поужинать. Камина вот не хватает. Ну да, тут, ну, вот, прямо дуба камин какой-нибудь. Такой, да? Здесь есть мини-бар, но он платный. Там потом покажем стоимость. Там пиво, вино, шампанское, водичка какая-то. Ну и переходим уже в такую зону. Вот, кстати. Прескурант. Да, прескурант. О, какой мягкий, я аж провалился. Кстати, время заезда гостей с 15 часов. Сейчас у нас время еще 2 часов нет. Да, нас пораньше заселили. Да, пораньше мы позвонили. Нас спросили, когда вы приедете. Мы сказали, ну, мы готовы хоть сейчас. Нам сказали, приезжайте, номер ваш готов. Кроватки маленькие, конечно, да? Ну да. Как-то вот, ну... И низкие. Низко, да. При всей помпезности номера огромного, они смотрятся здесь, конечно, нелепо. Здесь тоже всякие шкафчики пустые. Тут с полками. Тут просто. Вот здесь тоже шкаф, который, в принципе, можно было вот там разместить, ну, как ты говоришь, пустое пространство. Здесь дополнительные подушки, по-моему, две лежат. Обычно вот еще бывает, ну, место такое для работы, вот здесь это как-то не предусмотрено, да, какой-то стол, такой типа, ну, мини-офис. Да, можно было где-то расположить. Вот этажер можно было здесь вот, да. Такой все-таки... Номер бизнес-класса, поэтому они позиционируют, поэтому... Да, ребята, подумайте над нашим предложением из Каруэлл. Может быть, разместите здесь какое-то рабочее место. Как, мягко? Нет. Нет? Жестко? Жестко, ну как будто бы на полу, на самом деле. Сейчас, может быть, мы сходим на ресепшн, девочки, позвоним, может быть, нам покажут вот тот вот номер. А там еще где какой-то. Джакузи, что ли? Да, да, прям да. Номере. Ну, хочется просто посмотреть, как он выглядит. Может быть, удастся снять его для вас. Просто показать вам, да. Ну и вид. 15 этаж. Вот такая панорама открывается на МКАД. Долгие пруды. Вроде как один из. Там дальше парк, где Долгие пруды. Ну вот, поселок Северный там дальше продолжается. И ТЦ. Мне кажется, там Долгопрудный. Почему поселок Северный? Поселок Северный за нами. Да, в той стороне. Поселок Северный вот там. Вон там. Ну да. А это уже там, это Долгопрудный. Так что, вот такие вот дела. Напишите в комментарии, как вам этот номер. Хотели бы в нем побывать? Стоимость. Кстати, да, я тоже сейчас об этом подумал. Стоимость за номер. С завтраком за двоих, с двумя кроватями в сутки у нас получилось 6500, по-моему, или 6300. Вот. Дополнительно мы заплатили 1000 рублей за собаку, 500 рублей за парковку, и 5000 мы оставили залог за собаку, он возвратный. То есть при выезде, если ничего здесь чип не устроит, что вряд ли, нам его этот залог вернут. Ты же ничего здесь не устроишь, да? Куда ты пошел за папку прятаться? Конечно же, скажи, ничего не устрою. Ну что вы? Что вы не знаете, что ли, первый раз? Да, чипик. Прям манит эта дверь. Тут
вот есть балкон такой. Царская. Бизнес-ланч на 25 этаже. На 24, 17. Чат с отелем можно организовать. А получается, что завтрак в этом ресторане на 25 этаже, да? Прикольно. Панорамно. Надеюсь, да. Потом мы катаемся 21. По этажам. Тут лакшери, тут, наверное, суперлюксы, да? А где фитнес-то? Я здесь вижу только... Вот тренажерный зал. Джим. У тебя есть карточка? Да. Хочешь, зайдем? Ты даже пропуск по карте. Пойдешь? А ты как ты? Ну ничего. Присоединишься. А это как номер, смотри. Ага, да, по размерам там такой же. Он же, по сути, ну, можно позаниматься. Сейчас я карточку воткну, чтобы съедем. Резиной пахнет, а тут прорезиненная такая. Кондик. Побегать можно с прекрасным видом. С таким же видом, как у нас из окна. Да. Только чуть выше, видишь? Угу. Вот. Как бы линия просмотра такая вот получше. Этот пруд виден лучше. Так что вот такой здесь есть тренажерный зал, им можно активно пользоваться. Кондиционер есть. Эллипс, беговая дорожка, велик, кондик, да. Здесь вот какой-то многофункциональный. Проверил, да, сначала? Тихо-тихо. Слушай, тут страховать надо, походу. Вообще, вспомним молодость. Узким хватом. KFC отрабатывает. Давай. Трицуху. Трицуху? Это не узкий хват. Блогер. Молодец. На 3 стрипса заработал. Смотрите, какие двери прикольные, красивые. И тут, наверное, душ есть. Здесь, ну так, все то же самое, как в нашем этом. Да. Тоже душевая кабина. Ну все идентично. Классно. Хотим сейчас дальше посмотреть в ресторан. На 25 этаже. Привет! Водичку возьми с собой. Мы же из фитнес-зала выходим, правильно? Забиваемся. Карточку забери только. Все, свет погас. Занимание с подмогом. Тренажерный зал. Бриллиантовый зал. Ты прихватил с собой? Бриллиантовый смокинг. Зал. Заметьте. Тут красиво. Да, думаю, здесь будет завтрак.
красиво. Завтра покажем вам с утра. Надо прийти пораньше, чтобы занять места. Лучшие места панорамные. Вот надо выбрать, какие они панорамные. Да, они тут все, в принципе. Вот, наверное, здесь хорошо. Здесь прям панорама на поселок там, Северный. Ого, здесь, да. На метр. Круто вообще. Сегодня немножко пасмурно. Тут, кстати, вон даже все подписано. Мед, ассорти джем, запеканка, панакота. Да. За который невозможно забронировать на сайте. Ух, прям. О, красиво. Влажно. Так. Да, мы сауну можем включать заранее, чтобы к заезду гостям. А сауна? Да, да, можно посмотреть, что нам пожалуйста. Ну, классно. Водичка. А, ну вот это такой же диван. Да, да, да. Он, да. Он... Да, ну раскладушка, но единственное, что ну нужно постельное белье, конечно, там и все прочее. Да, да, да. О, мамочки. А сколько этот номер стоил? Этот стоит 10, да. И, по-моему, 5 депозит, депозит, да? Да, он возвращается вам при выезде. Также завтраки, тренажерный зал, все входит в стоимость. Наверное, все-таки ну, не для нас. Это тут, наверное, надо. Мальчики идут гулять. Да? Тебе гулять? Гулять? Так. Сейчас первая готовность. Так. Забегай. Заходи, заходи. Не, с осторожностью. Очень с осторожностью. Маленький хулиган такой. Самое главное найти сейчас, где гулять. Да. Потому что пока не понятно. Чипарь. Чипса. Быстро очень, очень быстро мы едем вообще. Скоростной. С 15, на 15-м же? Да. С 15 до 1-го. Все. 15 секунд. Угу. Секунду один этаж. Чип убегает уже. Понимаете, да? Вот там платная парковка этого отеля. Вот, вот этого, да? SK Royal. А вот здесь вот... бесплатная, так что можно сэкономить 500 рублей и здесь оставить свою машину на сутки, а не то, как мы, да? А? Я говорю, можно оставить и сэкономить 500 рублей. Ну да, только там, там закрытая как бы территория. Да, не должны угнать. Приехали погулять в парк Длинные пруды. Поселок Северный, микрорайон. Причем считается, это Москва. Но располагается за МКАДом. Выгул с собой запрещен. Чип, мы нарушаем. Прикинь. Водоохранная зона. Вот это да. Чип, пойдем. Пойдемте гулять. Вы слышите, сколько здесь чаек кричат? Так себе видок. Так красивый парк, да? Очень ландшафтно. Изведуем новые территории.
Давай ты должен первый бежать из здесь. Разведывай. Маленький путешественник. Он же на ручки поглядывает. Слышите, вот как галдят эти птицы? Но такого в жизни вообще не видел нигде. Даже в Стамбуле, где этих чаек там было целая сколько, куча, да? Да. Вообще просто какой-то... Они аж заглушают даже разговор. Громкие, очень громкие, очень активные здесь птицы. Вот здесь прямо написано на карте, что это заказник. Да? Длинные пруды, да. Ну, прям такой остов природы. Чип уже знает, что мы сейчас уходим на завтрак. Мы с ним уже погуляли. Вот он уже спрятался в таком большущем номере. Спрятался под стол. Доброе утро. Всем доброе утро. Погнали на завтрак. Пойдем. О, как есть захотелось, да? Едем на 25 этаж. Да. Завтраки там проходят. Красивое место такое сейчас покажу. Здесь можно приготовить прекрасные утренние тосты. Да. Салатики. Нарезочка. Рыба даже есть. Сальвик. Ого. Макс будет каша. Будешь каша? Яйцо отварной. 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 Соуса. О, скрэмбл от яичницы. О май гаш. Что там? Сосиски. Сосиски. Котлетки. О, котлетки можно будет попробовать. Рисом. Курица теряйки неплохо. Бекон. Куруза. Что еще есть? Картошечка. И грибы, да? С грибочками. Жесть, мам. Это тяжелая пища. Овощи на пару греча. Написано фасоль, но тут не фасоль. Да, это греча. По внешнему виду. Ого, для тех, кто будет начинать утро с шампанского. Сухие завтраки, да? Угу. Что еще есть? Ряженка, кефир. Йогурты, сметана, творог, выпечка. Баночки. Блин. Что, пойдем выбирать? Пусть чай. Угу. Выбрали вот это местечко. Здесь? Да. Эх, наш завтрак. Пролетая над нашим завтраком. Коптер. Каша, да? Приятного аппетита. Сегодня, кстати, День России, всех с праздником. Да, поздравляю. Видео выйдет, наверное, не чуть сегодня, позже. Не завтра, возможно. Вот, но тем не менее, сегодня 12 июня. Всех с праздником. Да. Всем приятного аппетита. Смотрите, как выглядит. Сегодня солнечная, прекрасная погода. Всем привет, привет еще раз. Привет. Мы вернулись с завтрака. Привет, Слим! Надеюсь, мы показали все об этом отеле. Вот огромный, такого еще большого номера не было вообще в моей жизни точно. Вот, поэтому да, он такой вот старенький, но по-своему прикольный. Вот, и завтрак, в принципе, мне понравился очень вкусный. И самое главное, хорошо поспать. Шторы блоковых вам.
Да, шторы блокаут делают свое дело, конечно. Вот, спишь, когда в полной темноте, это, конечно, круто. Вот, что касается номера, да, Макс уже сказал, большой. Вот есть вот это вот зонирование, там спальная зона, здесь такая зона для отдыха, поэтому большая часть времени мы провели именно вот здесь. Там телевизор у нас, поэтому здесь можно было перекусить, посмотреть телевизор. Ну, то, что там немножко старенький, ну, это тоже ничего страшного. Все аккуратное, все чистое, мебель красивая. Вот, поэтому я бы, наверное, рекомендовал этот отель. Завтраки тоже классные, нам понравилось, увидите в видео. Вот, поэтому твердая четверка. Отель 4 звезды, четверка. Я думаю, что стоит сюда приехать. Немножко местоположение такое, скажем так, невыгодное. Ну да, за МКАДом, ближайшее прям расстояние до МКАДа. Ну, здесь какая-то вот эта вот такая, погулять, к сожалению. Какая-то промзона, негде, да, здесь погулять кроме негде. ТЦ Рио ничего нету. Можно еще съездить в парк Долгие пруды, вы тоже могли увидеть его в нашем видео. И поселок Северный, собственно, вот все. Да, мы на машине туда ездили гулять с Чипом. В номере бы хотелось бы, чтобы было бы зеркало в области прихожей. Да, зеркала не хватает на самом деле. Вот. А и так... каминчик вот в гостиной зоне. А ну, так было бы вот. Да, зона, вот эта вот гостиная зона, она такая большая, хотелось бы немножечко ее вот обуютить. А так в целом очень хорошо, советуем гостинице Лайк. Всем ребятам. Анастасия, девушка с ресепшн, вообще просто замечательная, очень коммуникабельная, очень приятная. Ей отдельное спасибо и отдельный лайк. Да, так что большое спасибо команде Sky Royal, а нам пора выдвигаться домой. Увидимся в следующих видео. Пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Мы все комментарии смотрим, на каждый комментарий отвечаем. Поэтому всем удачи и пока-пока. Пока-пока! Don't ever forget your golden. I will find a light in your soul.